Жить. Я даю даром. Смотрите, со мной рядом. Так я же оказалась уже знаете. Супер. Ну повернула хотя бы голову. Ты что-то влепила с нее. Галя, я могу все завтра. Помой. Бери. Помой тарелочку. Да, так, кому-то хотела еще взять. Возьми две. Оле. Оле. По деньгам уходим. Спаси Христос. Вы научитесь слушать тогда. И тут еще не получишь. Я даю рядом принес. Слушайте, даже головы не повернула. Пока быстрее, я же вижу, что он принесли. Даже меня не касается, крик у меня сразу. Кто еще говорит? Кому надо? Может, я не уже. Вот Юрий такой. Георгий! Отныне он будет. Георгий. Так, где народ-то? Занятия начнем сидеть на столе. Да, пусть они сходят-то по делам. Мы уберем хоть со стола еще. Тихо, нормальное состояние. Какой-то в первый раз или еще когда вам хотят. Ставилась одна на одну еще на ложку внутри. Она один раз это, пять раз, тогда выбросил. Один раз трехлитровый банок, я тоже попробую еще. Нормально? Это по нашему по-русски. А человеку мартановские пищи делают. Я захожу, да не дальше не а мастер, вот такая вот уже отвалили старину. А хочу вам-то мне сказать, ну, никак. Только зашел в бахе, что ты же такой алкоголь, Это все по-нашему. Ты никогда не скажешь, Юрий, что ты сохранила, хотя бы тарелку. Она родила, но не так, это подрывка, значит. Не нашла? Нашла. Я тебе взяла бутылку масла хорошую. Ну, пошли. Я сказал там записать всех паспорта. Я написала их. Нет, Володя, это вот за тебя, а это за крещение. Кто хочет эти печенюшки, детишки? А ты, Коля, сам ездил, да, туда? Он туда приехал. Он говорит, я готов сегодня вечером приехать, он сегодня живет еще. Хотя бы Это правильное решение. Я бы тоже осталась. Сюда. Сделаем еще один. Будем пробовать, да? Это что тоже? 16. Вот, сделаем. Машины там нету. Она заводила, я видел. Что, Анатолий уже все уехал, получается? Кто? Анатолий. Да. Я за деревьями уехал. Можете это выяснить? Анатолий вот сейчас только что-то ушел. Можете остановить его? Остановить. Вячеслав, надо остановить, я мед накладываю.
Он знает этого. Не, он знает этого. Я думал, спрашиваю, Андрей не знает. Нет, нельзя, что не надо. А вот он. Анатолий, идем. Возьми. Оставь свой паспорт и данные, Анатолий. Я вас подтревожу, посмотрите, садитесь. Тебе? Николай. Да. Николай. Не могу. Сиди. Все, любой момент. Что, Галина так звонит, говорит, что он не зашел? Сейчас второе. Вот если он пролил, ему уже не надо давать. А вы ничего не понимаете. И мне тоже новые наливают. Этого нигде нету в мире, чтобы так безобразно люди относили друг к другу. Кто чашку грохнул? Кто грохнул чашку? Александр. 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 Александр сразу его из-за стола. Но уже никуда не уходил, чтобы стоял напротив стола. Так, запиши, пожалуйста. Садись сюда. Так, вылезь оттуда. Сколько времени отнимает? Продукты из-за того, что... Я говорю, за край стола, чтобы не было. Он следующую чашку ставит на половину, задницу включилась. Что, это нормально? Володя, дай его. Я там все махопку. Дай, кого не запишешь. Махопку тоже. Которого уехали, я вот поправил. Так, вы еще уезжаете? Нет, нет, я на занятия пришел. Книжки принес. Итак, я даю 5 литров растительного масла. Возьмешь? А что за книжка? Я не знаю. А какой город вы? Много. Какой что город? С собой получается. Улан-Удэ? Ну а что вот эту бери? По 20 килограмм, наверное, магнитофоны. 16 магнитофонов. Вадим, давайте возьмем. С пересадками. На станции сажусь, а до дома идти еще метр, да, полкилометра или километр. Вот так отнесу, поставлю, другие возьму. Вниз немножко можно поставить. Чтобы гнать технику. Я все разберу, так и не вопрос, кто что делает. Просто кто-нибудь это делал, если хоть один человек делал то, что я буду делать, я буду браться. Если не делал, я оставлю полкилометра. Если он сумел, почему я не сумел? Ну я возьму, Вячеслав, возьму. А? Возьму. Масло. Ну возьмешь? Возьму. Вот масло, вот возьми. Сюда принеси ящик. Вот ящик. Есть вот этот. Хорошо, да, бери. Сейчас тебе принесу эту сумочку. Сейчас сумочку. Вообще я не помню, сколько банка стоит. То ли 350 рублей, или что? 3 литра 1000 рублей. Так, 3 литра 1000 рублей. Тут 8 этих, по 3 литра. 8 тысяч рублей. 8 банок? Год рождения. 0,5-0,7. Я один раз покупал, у меня 35 банок сразу. Подарок всем бабушкам. Это Елене постоянно. Да. Я сам унесу. Так, кто еще уезжает с вами? Не. Кто уезжает с вами? Со мной сестры. Но надо узнать, кому надо масло. Разузнать. Я вижу его. Я. А еще кто? Оля. Мы взяли две. И еще сестры. С нами Даня. И Даня с нами. Ее, кто еще едет? Даня. Ну давай. Даня! Данил! Масло возьмем? 52-14. Бери масло. А где он? Где она? Вон, принесли. Дань, вот. Оля, бери. Ты сможешь зайти в скайп? Ты помнишь, Оля? Масло возьмем? Куда зайти в скайп? Девать-то. Будешь хранить? Возьми 5 литров. А мы куда девать? Нет, если утащишь. Ванги отвезешь.
Благословенное масло. А вы не можете мне вот эти вот убрать? Кто не записал данные свои паспортные, поднесите сюда. Пиши, Володя, когда были, с какого по какой? Да, я с Барнаула, а потом... Посмотрите, братик, пакетик, банку маленькую завернуть, она пойдет. Крышка-то будет, да? Да. Пакетик какой-нибудь выделите, пожалуйста. Так, через сколько занятий? Через 6 минут. Ты сколько будешь у нас? До 16. Работа. Я оставил там за себя. Хочу, но я оставил за себя человека. Можешь на, Виталий, попробуй лучше. Да не, не, сейчас. Да, мне сапоги. Как бы мед ковырять, остался бы как большая. Сумки твои. Зеленый одень, слышишь? Зеленый, зеленый мы. Очень вкусный. Олимпийка зеленый. А где лапочки рыбы? Где? Бургерский. Где лапочки рыбы? Бургерский. Так, велосипед первый, хорошо, все такое же пустое. Опять спустил? Пустое. Где спускает, непонятно, его в воду опустили. Где было? А какая ветка? Как там, от чего она порвалась? Могло быть, что он стоял на жаре и лопнул? Кто-то отмыл или что? Он был хороший, как он ездил. Но, нет, там, знаете, там старая уже, старая. Вообще надо новую камеру, 100% бомб. Она старая, там заплатки висели, заплаток много. Там и камеру такой, и покрышку. Не, ломай, и покрышку менять надо. А заказать надо. Какой номер, какой размер? Заказать? Да. Надо колесо. И она приготовит почти. Какой номер? Как? Что? Логичный русский. Посмотрим мы в интернете, посмотрим. Так, смотри. Так, мы приехали туда. Так, все, да? Много приехали. Надо с Анатолием. Как мы выбрали 4-го, приехали 6-го. С 6-го по 16-го. 16-го не вижу. Да. Так, ну где вообще Никита? Вот, все. Как, все мои. Как все? Только было за столом и кого-то. Все уже, все. Въехали. Зарядка. Каждый дает своих золотых уже. Ну, соблюдает не полностью. Нельзя есть свинину, то другое. Апостол Павел как называет таких людей? Кому я причиняю? Не помню. Определенно, бесом. Бесом. Учение бесовское, запрещающее кушать пищу, то, что Бог сотворил. Ибо всякое творение Божие хорошо или что не предусудительно. Я восхищаю со своей молитвой. Запрещающее вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил. Послание к Тимофею. Считаем. Бесовское. Там, конечно, это странно, да? Но как это не так, никак. Сейчас прям? Теперь уже стоит. А кто тебя повезет-то? Михаил. С какой стороны? Она уехала? Самый это вы ищете? Нет. Миллиарды. Потом. Миллиарды. Вот он я. Такие мужчины. Когда ты уезжаешь? Сейчас.
Нет, ну заедем, и поедем. 50 минут, 50 минут. У него 90%. Голосию нельзя, блюда Божие. А по Библии, поэтому за это нельзя блюда. Жвачка есть, копыта не раздвоены. Два условия должны быть. Для рыбы чешуя больше ничего нет. А для птиц по названию. Название. Коршу, ясно, кто перечисляет. И из насекомых. Акрит. Акрит это саранчи. Сушеный. Странно, не буду я откосить, я жевал. Получается так. Где даже объясняется, что это орехи? Еще, братья, благословите. Богом. Богом. Поехала. Поехала. Давай. Прорвалась ты ко мне. Благодарю вас за все. О. Простите, извините. С Богом, давай. Если чем обидела словом, делом, помышлением. Мы помним, чем ты приезжала. Все простите. Боже, я аккуратно. Два года, день и ночь. День и ночь вас смотрю. Что? Трудно дышать было или? Плохо стало. А? Говорит, плохо стало. Ну, только началась служба. Открыта большая пробуха. С той стороны открыта сквозная дверь. С чего плохо-то? Там не курили, не пили. Там ничего плохого нет. У нас служба только началась один раз. В начале детского лагеря. Тоже мальчик. Хлоп. Вот такой вот лицо. Бледное-бледное. Его за руки, за ноги вытащили, на скамейку положили. Заходит девчонка вот такая, хорошая девчонка, хлоп. Бледная, лежит как просто. Вытащили ее, а тот уже сидит, глазами хлопает. Когда зашли туда, второй мальчик. Мы когда в лагерь вернулись, я сам спрашиваю, что? Они играют в компьютерную игру. Вот. Да. Это обеснование. Прекрасный воздух, деревенский, чистый, ничего нету тут отравленного. Люди так себя ведут. А в городе-то что у тебя есть? Ты бледная, у тебя здоровья-то и так нету. Огород у нас есть, но тоже сильно не разбежимся. Хорошо, огород вот маленький. А нас еще на огороде делает? Ну, представляем, сколько можем. На огород и заставлять не надо. Она для этого родилась. Зачем заставлять? Она же питается, надо делать, а родители работают. Это внутреннее желание должно быть. Я учился, у нас 4 класса здесь было, никогда больше не было. А дальше в Корчино 15 километров. Каждую неделю мы домой шли. Когда воскресенье не было, была суббота. И вот в субботу прибежишь, это после уроков. А в воскресенье уже в обед обратно надо туда, чтобы пища вот там быть. И родителей не, рядом нету. И что, как, все самостоятельно делали. Мать сделает там настойка такая, кулага называется. Раздробленная рожь, не знаю даже чего. И в пище в русской напарится. И такая темно-бурая, как бы, сметана. И на неделю. И все видят. Видишь, он видит нас и лает. Собака у меня хорошая. А вон косы. Козы бегают. Ребятишки пасут. Работать должна быть внутренняя потребность. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Вот ей дали задание, она не выполнила. Еще выйти делать. Не выполнила, пришла, не проползла, там не подвигла. Дожимаем, чтобы выполнила. Вот и оно. Через силу приходится. Если верующий, он понимает, родителей не будет, тебя заездят. С тобой будут всякие мерзости делать. И ты должна оценить, что рядом родители, охраняющие тебя, никогда не огорчать их. Выполнять и все время заботиться о душе своей. Умрешь ты сегодня, где ты будешь? А то, что ты думаешь, Бога нет там или что-то, по так не будет. Откуда вся эта красота? Откуда все такое чудесное? Вот что это за дерево растет, знаешь?
Облепиха. Да? Облепиха. Облепиха. А она на кой годится? Что здесь делает? Варенье? Из нее делает масло из зерен от ожогов. Это мировой рынок. Ну что, выезжаем? Ну, так, давай ведра. Сколько выезжаем-то? Нет, ведра есть. Сколько человек? У меня 5 человек. Ну, надо того, кто там был, знает где. Ольга была, она знает. Ольга? Оля, пошли, ты будешь командовать, где поворачивать. Ольга? Ну, сколько вы, можно только и поехали. Вы-то поедете или вы дома? Обязательно. Поехали с нами, Юрий. Да. Вот убрали палатки, лодки. Погрузили на машину, привязали их. Просохнут, потом можно будет убирать. Вот здесь таинство крещения было совершено сегодня над нами. Слава Богу. Вот это плот с него снимали. Рыбка плещется. Сколько сегодня? 13 христиан новых? Ну, 13, да. Было бы 15, было только 13. Да. Двух сестер, к сожалению, не получилось. Отложили. Надолго? У одной на неделю, а второй непонятно. Угу. Так, как мне этот ломик? Куда здесь у меня? Да в ноги можно поставить там. Как колы ты поставил, так же и ломик. На колы поставь через переднюю дверь.